Интернет-магазин «Родные игрушки» предлагает вашему вниманию резиновую игрушку «Белку Лолиту» от завода «Огонек». «Белка Лолита» входит в серию больших резиновых фигурок лесных животных. «Белка Лолита» произведена на московском заводе «Огонек» из высококачественного, не имеющего запаха, безопасного для ребенка мягкого пластика. «Лолита» — это очаровательная рыжая белочка с пушистым хвостиком. Ее размер 19 сантиметров. «Белка Лолита» очень приятна на ощупь. Ребенку понравится гладить и трогать игрушку, развивая свои тактильные ощущения. «Белка Лолита» идеально подходит для игры на прогулке, дома и для купания ребенка. Такую игрушку ваш ребенок не выпустит из рук. Игра с «Белкой Лолитой» развивает навыки устной речи, помогает правильно ассоциировать слова и изображения, развивает фантазию и творческое воображение. Такая игрушка идеально подходит для знакомства ребенка с лесными животными. С «Белкой Лолитой» можно играть в ролевые игры, озвучивать сказки и стишки, когда ваш ребенок станет постарше. Ведь даже спустя время игрушка не изменит своих качеств. Для еще более познавательной, интересной и увлекательной игры можно приобрести медведя-торопышку, сову, зайца-русачка, ежика-яшку и лису-алису. Эти добрые и очаровательные зверушки станут идеальным подарком для малыша. Резиновую игрушку «Белку Лолиту», а также резиновых лесных зверей медведя-торопышку, сову, зайца-русачка, ежика-яшку и лису-алису от завода «Огонек» вы можете приобрести в интернет-магазине «Родные игрушки». Мы ждем вас по адресу родныеигрушки.com.